Девчонки, всем привет! В эфире рубрика «Чё купила?». По дороге с работы зашла в магазин, хлеб-соль и купила то, что мне нужно сегодня-завтра. Ну и не только сегодня-завтра, хорошо. Были по акции у нас вот такие печеньки Барни До. Они стоили 59,90. Одну взяла своему детенышу. Это вкус ореха и шоколада. И две взяла. 30 числа пойдем к подруге в гости. У нее двое детешек. И вот им небольшие презентики. Дальше взяла вот такой вот багет французский. Это у нас каравай. И багет у нас стоил, сейчас скажу, 33,50. Дальше взяла улиткам своим на сегодня вот такой вот кабачок. Это кабачок. Здесь у нас 430 грамм, 120,90. На 51, ну на 52 рубля он у меня вытянул. Хорошенький такой кабачочек. Вот на один разок им хватит покушать. Печенье овсяное на завтрак. Такое печенье овсяное у нас стоит 500 грамм, 34,50. Дальше захотелось мне суп-пюре из брокколи. И решила я взять замороженный брокколи. На развес не было, была только вот такая в упаковочке. И решила вот ее попробовать. Хотя я один раз уже ее пробовала, она мне понравилась. И здесь 400 грамм, 89,90. Слушайте. Да, 89,90. Здесь у нас просто натурально замороженное. Это быстрая заморозка. Вот она здесь, у них еще есть рецепты, но они, по-моему, одинаковые. Здесь оладьи из брокколи, и здесь оладьи из брокколи с сыром. Да, они одинаковые. Ну вот попробуем сегодня с вами приготовить. Рецепт простой. Брокколи. Там, правда, сыр копченый, но у меня будет не копченый, а обыкновенный полутвердый сыр. Он у меня уже натертый. В баночке в холодильнике стоит, и я его туда зашпигую. И еще увидела соевый соус. Вот такой. Такой соевый соус я пробовала в Китае. Здесь у нас соевый соус стоил 149,90. Сейчас я вам покажу. Вот темный соевый соус высшего качества Golden Crown Garden. Вот. Мне он нравился. Здесь почти литр, 800 грамм. Чем он удобен? Ну, по крайней мере, для меня, да? Что есть вот такая вот крышечка. Можно так и побольше налить, когда что-то с ним готовишь. И есть носик. Тоже, в общем, вообще шикарно. И чек у меня составил на 633 рубля. Чек. Так, еще докупила, наконец-то я в подарок на работу коллеги Тайны Санта. Я вам уже все уши прожужжала, да? Вот такую вот кружечку. Заказывала на Wildberries. Кому будет интересно, девчонки, пишите, ссылку отправлю. Такая кружечка. Совушками. Там не только, по-моему, совушки, там еще и тарелочки, по-моему, есть. Но вот мне нужна была кружечка. Теперь получается, вот у меня будет кружечка, пряник и чаек. Вот такая прелесть. Но кружка мне самой понравилась. Она стоила 300 с чем-то рублей. Думаю, себе что ли такую взять. Она шла, конечно, в коробочке. Вот такая коробка у нее. Все прекрасно. Но
Все бы ничего, да? Но эта кружка не в эту коробку. Даже если ее вот так положить лежа, как-нибудь вот так, да, она не влазит. Но если ее даже туда впихать, все равно ручка торчит. Эта коробка не от этой кружки. Вот это, конечно, минус. И, девчульки, попробовала я вот это вот счастье, которое я набрала. Так, пристановка. Мармелад вишнево-черничный и пастилу ванильную. Это просто что-то обалденное. Бабаевские вот эти вот сладости. Ой, бабаевские, господи, белевские. Это так вкусно. Это не приторно сладко. Нормально можно с чайком. И причем обычный мармелад, как, ну, по крайней мере, раньше, да, ели. 1, 2, 3, 4, 5 вот эти вот кругляшки-то. Или лимонные дольки. Их ешь и ешь и ешь. А вот это не сильно сладко, но много его не съешь. По крайней мере, у меня не получается много съесть. Я больше халвы съедаю. Но супер. Мне очень понравилось. Всем рекомендую, хотя бы попробуйте. У них есть еще зефир детский. Вот он там был, но я что-то его не взяла. И теперь жалею об этом. Надо все-таки взять. Но у меня там с работы рядышком, можно будет сбегать, взять. И стоит это все счастье недорого. Так. И сейчас. Тут у меня уже мой самый мелкий детеныш. Марусечка. Самый мелкий мой детеныш бегает, просит есть. Да? Да, мойся. Сейчас ее покормлю. И будем с вами готовить суп-пюре из брокколи. Рецепт простой. По-моему, я уже начинала про него говорить, да? У нас что-то переключилось. Суп-пюре. Сначала вы ее немножко отвариваете. Потом лук-пюрей. В общем, лук. Обжариваем соевым соусом. Что мы имеем, да? Этот лук у меня есть. На даче вырастила, слава богу. Пока еще лежит. Дальше мы... Можно в лук добавить еще кунжута, можно еще какие-нибудь зеленушки. Потом это все мы отправляем к брокколи. Туда же сырок, немножко это еще поварим. И все это оперируем. И должно получиться вкусно. Но я попытаюсь вам ставить фотографию, если у меня получится. Сейчас у меня небольшие проблемы все равно остаются с программой для обработки видео. И посмотрим. Ну, что-то мне очень как-то захотелось, тем более учитывая мои проблемы сейчас с желудком. Как-то вот только так. Питаемся еще вот этим счастьем. Мизим. Омес или омес, не знаю, как правильно. И гивискон, который вот двойного действия. Он еще обезболивает. Что-то у меня желудок на фоне стрессов на работе сказал ай-яй-яй. Ну все, начинаем готовить. Так, ну что, вот я обжариваю желудочек. Чесночок, добавила соевый соус, обалденно пахнет этот соевый соус, просто чеснок, лук, соевый соус, еще сюда кунжутика добавлю, немножечко. Кто не любит кунжут, он потом все равно аспирируется и не будет его видно, будет только вкус. Так, и здесь у меня варится брокколи. Такая красота. И сыра у меня совсем такая вот баночка. Искала, сколько тут грамм, так и не нашла.
Ну, небольшая, в ней жвачки вот эти вот были кругленькие такие, все их, наверное, знают. Небольшая баночка. И еще решила добавить зеленушки. Вот у меня есть зеленушечка. Свой укропчик. Я его туда бахну. Такая вот красота. Лепота. Ой, если бы камера могла передавать запахи, это просто обалдеть. Можно еще немножко прибавить. Просто обалдеть. Сейчас это все пожарится. Можно даже сейчас достать немножко кунжутика сюда. Кунжут, 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 кунжут. А если еще сюда бахнуть хмели-сунели, чуточку. Вот. Вот, вот, вот. Такой вот у меня кунжут. Ну, в принципе, не имеет значения любой кунжут. Но лучше всего, конечно, черный. Ну что, он не обработанный, а этот. Ну, все равно вкусно. Сейчас мы еще каких-нибудь приправок сюда добавим. Решила я сюда немножечко добавить хмели-сунели. У меня вот такой вот баночки. Брали в Сочи. Написано, не видно. Хмели-сунели. Такие вот баночки. Тык. Тык-тык-тык. Закрываем. И перемешиваем. Вкуснота. Так, ну это можно сказать уже все. Потом брокколи у нас стоит на девятке. Холодная, но никак. Не закипит. Я подсолила воду. Сейчас вот уже вот-вот закипит. Немножко я ее минутки 3-2 покипячу. И потом туда добавлю лучок, сырок, зеленушку и все это взблендернем. Ну вот и готов наш супчик. Я люблю, когда вот он такой немножко жиденький. Это без сметаны, без картошки, сыр и овощи. Все. Вот такой. Может, на вид он и не очень, но это обалденно вкусно. Я еще чуть-чуть побольше сюда добавила соевого соуса. Сейчас налью себе тарелочку. Багеты отрежу. И мне будет очень-очень вкусно. Всем приятного аппетита, кто кушает. Так, и снова рубрика «Чё купила?» на Новый год и день рождения ребенку. Купила ему вот такой вот календарик. 2020 год. Календарь для уютного года. Сейчас я вам быстренько его пролистаю. Я не буду переворачивать, чтобы нам это все быстро. Такие вот котятки. Он у меня любит календарики. Ну, какой славненький. Рыжий. Как рисованные картины. Это я заказывала на Лабиринте. Все, да? Вот. А, ну да, можно было сделать проще. Можно было сделать вот так. Такие вот котятки. Еще взяла ему «Мир России». Природные зоны, животные и растения. То есть это вот большая карта. И здесь у нас какие животные где обитают. Здесь у нас физическая карта России. Как она открывается? Сейчас. Там
Море, океан. Полностью ее не открою, она большая. И здесь условное обозначение. И взяла еще. Что-то у меня кашель одолел. Взяла вот такую вот книгу. Большая энциклопедия занимательных наук. Опыты, эксперименты. Что интересно, это книжка с дополнительной реальностью. То есть скачиваем приложение. Игры. Вот здесь 3D изображение. Их в серии много. Вот смотрите. Это у нас кому интересно, вот почитайте. Издательство АСТ. Содержание. Сейчас я вам примерно пролистаю. Он у меня любит различные опыты, эксперименты. Будем пробовать смотреть. Также взяла ему вот такую штуку. Это он мне вынес не весь мозг мой. Трансформеры Бот-Ботс. Вообще он писал письмо Деду Морозу, что хочет их 5 штук. Но вот я взяла одну посмотреть. Что... Это вот маленькая вот такая вот игрушечка. Что-то нарисовано. Потом по итогу покажу, что это и как. Вот они здесь. Ну, кому интересно, зайдите в интернет, посмотрите, что это такое. Ну, ребенок хотел. Вот. Посмотрим, понравится, не понравится в реальности. Взяла ему химический опыт жвачка для рук. 6+. Состав: клей ПВА, тетраборат натрия в глицерине 20%, защитные перчатки. Конечно, это можно все взять по отдельности. Тут все запечатано, к сожалению, не открою, не покажу. Если понравится, если будет делать, то это можно все взять по отдельности и сделать сколько угодно и как угодно. Также нашла, взяла вот такую штуку. Тоже опыты. Кстати, вот этот вот жвачка для рук, этот Бот-Ботс. Вот это и еще... Так, раз, два. Еще 4 подарка. Это все с Wildberries. Кому интересно, девчонки, пишите. Скину вам артикулы или ссылки. Как там, посмотрим, как получится. Такой вот опыт. Фараонова змея. Наберите в интернете, посмотрите. Классная штука, но единственное, что ее либо на балконе проводить, вот этот опыт, либо хорошо проветриваем помещение, потому что это поджигается все. И там вообще пишут клевые отзывы. Состав: уротропин, глюконат я даже прочитать не могу. Кальцитя. Керамическая плитка. Инструкция плюс видео. Вот так вот. Срок службы 5 лет. Рекомендованный возраст старше 12 лет. Ну, либо в присутствии взрослых. Черная извивающаяся змея вырастает из пламени прямо на глазах. Ну, там прям... Фотки прикладывают люди. Мне понравилось. Мне самой интересно посмотреть, что и как будет. Тут у нас ну, тоже запечатано все. Да, все запечатано. Под
потом вам покажу. Также решила ему взять вот такой набор. Это первые шаги в электронике. Электронный конструктор знаток. Здесь можно собрать первый FM-радиоприемник, усилитель мощности, первые эксперименты, первая светомузыка. И другие схемы. Легкая сборка, не надо паять. Подробное описание. Возраст 5+. 34 схемы всего здесь входит. Так, давайте попробуем открыть. Тут, по-моему, все не закрыто. Сейчас я открою. И нет. Тут тоже вот здесь все скотчем закрыто. Ну, тоже так же все вам покажу. И мы ходили к одногруппнику, к однокласснику на день рождения. И я вообще Сашке брала такой набор. Ну, вот неожиданно пригласили и подарили вот такой наборчик. Взяла ему повторный набор такой. Он хотел попробовать тоже какие-то. Это Quimen серия. Вот какие-то Iron Solder. Наборчик. Ну, вот, конечно, он заберет буквально за 5 минут. И еще нашла классные такие наборы. Это что-то вроде картонных наборов. Отсвечивает все. Вот, ветряная мельница. То есть тут есть уровень сложности. Это старт самый легкий. Без клея. Здесь есть вот варианты. Круглая башня, верхняя башня, ветряная мельница. Лопасти вращаются у нее еще. Есть вот такие вот замки, города, пекарни. Это все можно собрать. Вот почитайте, что и как. Умная бумага. Мне понравился наборчик. Я прям с удовольствием. Вот видно, смотрите. Без ножниц и клея. Просто садится детеныш и собирает. И вот такой наборчик. Тоже умная бумага. Тоже без ножниц и клея. Это уже дом у стены. Сборный домик из картона. Тоже старт. Вот, попробуем собирать. Вот здесь видно немножко детальки. Там лошадки, рыцари, там девушка. Вот такие вот подарки. Я еще не знаю, что буду на Новый год, на Рождество, на день рождения дарить. Может быть, еще что-то буду докупать, но посмотрим. И мамульке взяла еще вот такие вот патчи для глазок. У меня есть открытые. Сейчас пойдем с вами посмотрим, покажу. Вот, смотрите, вот они. Теми, которыми я пользуюсь. Здесь у них идет пинцетик. И вот они. Одной рукой неудобно. Вот он и получается патч с дырочкой посерединке. То есть вы полностью его на глазик надели, и у вас увлажняется. И сверху, и снизу глазик. Но иной раз я беру его, просто пополам складываю. Его хватает на дольше. Вот они. Такие вот красотульки. Мне нравятся любые патчи. Они хорошо увлажняют. Смягчают кожу. Плюс
Снимают усталость, мешки под глазами, черные круги, следы недосыпа. Люблю я это все дело. Вот так. Да, девчонки, кто пользовался вот таким вот кремом из Таиланда? Это вот с лемонграссом, с травкой. Сабая арома. Я обожаю этот крем. Просто обалденные запахи у них. У меня еще на работе стоит с манго. Это тот с лемонграссом. Просто бомба. Если я вижу, где, я покупаю. Они есть, продаются в магазинах. Вот здесь у них все запаяно. А есть еще, продаются не запаяно. Я взяла и такой, и такой. Ничем не отличается. Он быстро впитывается. Хорошо увлажняет. Никаких жирных следов не оставляет. На бумаге следов не оставляет. И увлажнение и ароматерапия. Что еще спрашивается надо, да? Вот так. Девчонки, сегодня пришла домой, а ко мне приходила мамулька и принесла мне вот такой вот кусочек грудиночки. Смотрите, какой шикарный кусочек. Прям вообще бульон будет наваристый. Решила себе сварить бульончик. Ну, не только себе, но в основном буду его кушать, конечно, я. Здесь у меня вот я ее промыла. Грудиночка. Лучок почистила, наколола. И морковочка. Сейчас все это водичкой залью. Поставлю. И он у меня покипит. Покипит, пока собираюсь, пока моюсь. Тра-та-та. Ну, где-то часик покипит. И утречком я его еще раз покипячу. И приду потом вечерком уже доварю. Все. Сейчас ставим мы. Так. Так. Все. Крышечкой сейчас закроем. И вот так. Все. Смотрите, девочки, плита тоже уставшая немножко. Ну, это капец просто. Вот от нее вот это уже не отмывается. Но здесь не видно никак. Вот. Вот так видно. Это я вот сейчас пробовала ее отмыть. Но вот это уже не отмывается. Все, капец. Никак. Вот это тоже уже никак не отмывается. Нужно какое-нибудь термоядерное средство. Кто знает хорошее средство для мытья такой вот плиты, напишите. Просто какой-то тындец. Ну вот, ждем бульончик. Снова заварила себе курильский чаек. Я его завариваю вот такую вот круженцию пол-литровую. И пью. Пью. Прям для желудка это вообще первое дело. Ну и врача, конечно, тоже никто не отменял. Вот таким образом. Он не противный. Самое главное, полезный. Девчонки, мы тут уже собрались спать. Я решила вам показать такую красоту. Смотрите, кто у меня тут есть. Вот такие вот девчонки. 5 штучек их тут. Такие вот лопатули. Сейчас я вам их покажу. Смотрите, какие красотки. Все ручная работа. Вот они вот такие небольшие. Они такие красоточки. Вот они. Сейчас я вам их всех покажу, а потом скажу, кто здесь кто. Такие вот, какая красота. Кому интересно будет, пишите. Отправлю ссылочку в Инстаграм. Делает их женщина Ирина. У нее очень много разных.
еще вещи. Потом еще покажу, какие у меня есть от нее девчонки. Ну вот, смотрите. Это счастье. Это радость. Это здоровье. Такая вот красотуля. Это любовь. Красненькая такая. Платьице у нее красненькое. И это богатство. Такая кубышечка. Такая красота. Пишите, кому интересно, ссылочку отправлю. А еще, по-моему, я вам показывала. Есть у меня вот такие наборчики. Вышивки. Это у нас фирма Жар-птица. Сказка своими руками. Есть у меня вот такая кубышка. Укрепляет здоровье и отгоняет злых духов. И вот такая вот счастливица. Помогает найти свое счастье и предназначение. Я вот ее открыла показать вам. Мне вот это вообще нравится, как выглядят они, девчонки. Что у нас здесь? Давайте посмотрим набор, что входит. Нитки мулине, хлопчатобумажные, 17 цветов. Канва Аида 14, схема. И сам размерчик 21 на 16. Вот М109 это счастливица. И М112 это кубышка. Так. Вот у нас получается. Что ж ты не держишься? Сама канва. Она канва приятного такого цвета. Дальше ниточки. Это не нитки, цвета шикарные вообще, просто обалдеть. Здесь инструкция, правильно, вверх ногами, да. Русский язык, пожалуйста. Нихт русский язык. Понятно. Ну, на английском можно прочитать, в принципе. Через приложение переводчик вообще легко. Дальше. Это что у нас? Рекламка. Иголочка Леонардо. И схема. Схема черно-белая. Достаточно крупная. Но единственное, что вот это вот обозначение все на лицевой вот этой стороне, да. Я люблю просто вот это отрезать, отдельно крепить на станок вот это и отдельно схему. Мне так удобнее. Ну, значит, будем как-то по-другому делать. Ну, схема хорошая. Крупные значки, которые можно легко зачеркнуть карандашиком или выделить просто маркером. Я либо маркером выделяю, либо карандашиком зачеркиваю. Без разницы. Вот такие вот наборчики. Счастливица и кубышка. Хочу начать вышивать. Прям вообще не могу. Но времени катастрофически не хватает. Вообще, я... Кого-то я слушала, не помню кого. И говорят, что в сутках же 24 часа. А сейчас Земля настолько ускорила свой бег, что в сутках сейчас 14 часов. И я прихожу к выводу, что это действительно так, потому что, судя по тому, что раньше как было, приходили домой и много-много-много чего успевали сделать. А сейчас вроде и приходишь в то же время, что обычно. Но ничегошеньки не успевается. Вроде бы и на попе-то не сидишь, да, и постоянно что-то делаешь. Крутишься, вертишься. А все равно тот объем, который делал раньше, он не получается. Сделать то же самое, да? Вот как-то
Так, что вы думаете по этому поводу? Реально время в сутках стало меньше? Или это все ерунда? Как думаете?